Начнем выпуск с криминальных новостей. Воспитывать ребенка кулаками противозаконно. Уголовный кодекс имеет соответствующие статьи, наказание за нарушение которых довольно серьезное. Кунгуряк, периодически избивавший родную дочь, отправится за решетку. Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетнего и в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей. Следственный отдел Кунгура передал в суд дело о домашнем насилии. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений против личности и в данном случае вновь совершил аналогичное преступление в отношении своей несовершеннолетней дочери, которую на протяжении января-февраля 2017 года неоднократно подвергал избиению, а также высказывал в ее адрес оскорбления, причиняя психические и физические страдания. За своеобразное воспитание своей кровинушки 40-летнему мужчине приговором суда назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.